Доброго времени суток. Сегодня попробуем установить мы драйвер пак. Где мы его скачиваем? Можно скачать здесь. Там хаз-установка. Нажимаем драйвер пак. Нажимаем скачать. Сохраняем его. Началась загрузка. Загрузилась. Нажимаем показать папку. Вот он наш драйвер пак. Нажимаем на него и нажимаем запустить от имени администрации. Здесь мы соглашаемся. И ждем. Он начал проверять компьютер. Нажимаем режим экспорта. Устав нажимаем. Нажимаем установить автоматически. Опускаемся ниже, и нам здесь показывают, что она загружается. Обновляется. Пока все это загружается и обновляется, я поставлю, наверное, на паузу, потому что процесс очень длительный. В конце я включу. Так, все загрузилось, нажимаем готово. Смотрим драйвера. Ну, что-то не загрузилось, что-то загрузилось. Но факт то, что больше половины мы работы сделали. Теперь мы это закрываем. Теперь у нас что-то здесь загрузилось не то, что нам надо. Что мы делаем? Загрузилось в оператор центр. Заходим сюда. Загрузился какой-то менеджер браузеров. Ну ладно. Заходим в панель управления. И здесь мы ищем программы и компоненты. Вот наша опера. Берем ее и удаляем. Она нам не нужна. Хотя ничего, мы с вами галочку удалить политические данные. Удаляем. Так, удалили. Так. Это мы закрываемся. Теперь мы. Сегодня у нас какое? 21. Меньше браузеров. Удалить его. Может кому-то надо, но мне он не нужен. Удаляем. Готово. И еще у нас 21-го, когда кнопочка появилась, мы ее тоже удаляем. Так. Ну и все.